Привет, зритель! Снова я с салфеточками. Тремя штучками. Для стирки от компании российской Greenway. У меня тут пакетик белья, но в основе халат, полотенце для рук, еще что-то, тряпки какие-то из деревни. Я вот сейчас думаю это постирать вот этими салфетками. И мы с тобой узнаем, как это все будет результатом. Вот у нас бельишко. Вот у нас салфетка. Мне вообще понравилось стирать на режиме 9. Это джинсы. Так сразу все отстирывает нафиг. Но у меня пока не включена, вот сейчас включу ее. Вот она, видишь там? Такой вот листочек. Вот стиралка у меня включена. Она будет у нас в ближайший час стираться. Можно, кстати, и ручной стиркой использовать эти пластины. Но экспериментировать мы будем вот так. В общем, через час я ее включу в камеру, в смысле, и посмотрим, что у нас тут случилось. Это я тоже буду мыть как раз другой салфеткой. Смотри, зритель, снова привет. У меня тут как бы мыло. И перед первым использованием салфеточку, которой можно смывать макияж, надо простирнуть с мылом. И высушить естественным путем, без всяких батарей. Сейчас заодно и мыло протестим. Может быть, ручная стирка у кого-то немножко иное понятие, если вот такую тряпочку просто простирнуть. Ну, мыло, в принципе, мне кажется, ну, два прики мыло. По мне нормально мылится легко, кстати, даже мылится вообще. Ну, бывает, что мыло такое, что прям никак. Хорошее мыло, вкусно пахнет. Я вот сейчас ее тут повешу на ручечку. Ну, не доставать же сушилку только из одной этой тряпочки. Смотри, зритель, вот моя плита. И тряпочка зеленая волшебная. Сейчас мы с тобой ее затестим. С этой стороной надо отмывать. Сейчас мы ее намочим. Видишь, она уже мокренькая. Одно дело, когда ты смотришь, например, видео, как это делает кто-то там, и другое, когда ты это делаешь сам, да? Потому что, когда ты смотришь, например, видео, ну, мало ли там монтаж какой был или вообще что это. Но она реально очищает. Даже лучше, чем японская губка, которую я как-то на Вайтберрис купила. И всего лишь водой холодной помочили. И, как говорит производитель, ну, у нас это японцы делали. Кстати, про такие штуки я слышала, ну, несколько лет назад, кстати. Ну, как бы, где-то видела в каких-то азиатских фильмах, в каких-то западных влогах. Думала, что у нас это будут производители
продавать или типа того. Ну, как бы даже не геморилась на эту тему, не искала, что это можно где-то купить и использовать. Так вот, она может служить 2 года, если с ней обращаться бережно. Ну, то бишь, следовать инструкции по применению и не делать того, что она не может. После этого ее просто надо протянуть вот с мылом. Или с мягким моющим средством. Но раз у нас тут на затылке косметика и вообще продукция Greenway, наша российская, то я ее и простерну потом мылом виноградным, который сейчас у меня в использовании. Уж второе мыло не будем начинать, раз одно пока есть. Я думаю, оно по сути отличается только натуральными ароматизаторами и компонентами, там сок, допустим, винограда, либо сок манго, экстракт манго. Мне не надо покупать дорогущих средств, воняющих аллергенно. ₽280, насколько мне известно, стоит эта салфеточка. Во. Думаю, можно ее еще раз смочить. И потом можно уже вытереть другой стороной. Это мы как раз вот той жесткой стороной сейчас трем. Где такие петельки, ворсинки. Здесь вот немножко еще эти. Потом пойдем потестим ее в деле насчет моей керамической, а скользкой раковины в ванной. И там как раз у нас воду отключали в прошлый мой приезд горячую, а после дали. И только я вымыла ванну, как пошла ржавая вода, от которой остался такой дикий осадок. И вот этот осадок, я посмотрю, справится ли с этим осадком эта губочка волшебная. Смотри, белая плита. Я тоже, в принципе, не особо верила в эффект этого счастья. Пропустила там одно пятнышко, но теперь оно совсем белое. Видишь, какой тут осадочек, тоже с тех времен, как была сначала отсутствие горячей воды, потом ее дали, она как потечет ржавой полчаса. Я ее промыла уже с мылом, правда, я обещалась помыть с виноградным мылом, но я в итоге помыла с мылом, которое с Вайтберрис.
Я даже вижу это. Ой, мне же палец-то слегка ранено, я тут выдрах его случайно к двери прижала. А я же еще по большей части левша же. Ну и камера сейчас так стоит, что и правой-то не получится, наверное. Ну, можно попробовать. Вообще жаль, конечно, что Greenway на озон свой продукт не предоставляет. Потому что можно было бы, как другие сетевые фирмы уже есть там, покупать что-то. Вот, допустим, пару раз, точнее, раз в два года я согласна покупать вот такую булочку. Думаю, надо еще немного смочить ее. Вот у меня там как раз стирается с этой пластиной белье деревенское. Посудка. Вне камеры я тут отмыла верх холодильника от всяких капелек. Мы тут ее мочим. У меня есть довольно грязная миска от кошкиной еды. Я ей наливала супчик. И часть она съела, часть она оставила. Супчик испортился, пришлось его вылить. Я думаю, что-то надо жесткой поверхностью сделать. Потому что тут он какой-то цвет остался от этого супчика. Жирненький. Вообще говорят, что мягкая поверхность смывает жир. Ну вот мы тут трем не мягкой поверхностью. Хотя, возможно, тут уже такой жир, что надо применить порошок тут волшебный, который я еще не открывала. Но так-то миска кажется чистой. В принципе, это довольно древняя такая алюминиевая мисочка. Еще из какого-то детского наборчика. Я ее отполировала. Возможно, этот желтый цвет просто так не отмоется.
все равно реально не перестала быть жирной. Мне это особо мыть не надо, я просто сейчас переливала отвар свеклы в бутылочку из-под моей основы для шампуня, ее остатков. Тут у нас коробок был. Есть поварёк. Сегодня я ещё не обедала, но это со вчерашнего раза осталось. У меня была гора посуды, которую я помыла, а потом случилась поварёшка. А вот здесь уже более тяжёлый случай, не знаю, справится ли эта штука. Может, надо действительно будет попробовать тот порошок на ней. Потому что вот с таким осадком, с таким цветом, японская губка не особо справилась. Точнее, практически не справилась. Вот был более-менее такой вот след. Пришлось просто очень долго тереть. Но мягкая поверхность, как мы видим, не справляется. Жесткая. Вроде стало чуточку светлее, но, видимо, это надо будет очень долго тереть. Аналогично, как с японской губкой. Тогда давайте попробуем хоть чуть. Как бы оно свежее становится, но по сути-то меня и японская губка примерно то же самое делала. Если с усилием потереть. Это сделать в теплой воде. Так, это больно горячее.
А теперь больно холодное. Как бы она стала почище. Сейчас просто схожу, более-менее теплый попробую. В общем, с этим она не справляется, эта губка одна. Надо посмотреть, как будет с порошком. Сейчас просто окатим то, что мы тут помыли. Далеко. Но она действительно чистая. И по информации оно может мыть как бы в холодной воде. Сейчас я холодной его прям умываю. Сушилки, правда, надо было бы половину снять. Суп у меня был достаточно жирный, так что, в принципе, говорю, что она хорошо справилась. Без мыла бы тут было сложно. Кастрюльку мы сейчас оставим, попробуем с порошочком. Вот чистая штучка, вот то, что мне предстоит отмыть от ржавчины, от ржавой воды. И вот наша достиравшаяся бельишко. Ну, вроде как чисто. Сейчас повешу сушить, потом засниму, как оно. Халатик-то был в пятнышках. Вот увидим потом. Были там, остались там пятнышки или отстиралось. Ну что, зритель, хочу сказать, что я разочарована этой супер салфеткой, пластиной для стирки. Потому что у меня был, ну как бы, может, какие-то легкие пятна она отстирывает. Но вот у меня тут было пятно внезапное, оно, оказывается, осталось. Так как вот эта наволочка, но у нас на тот момент, когда мы качали мед, уже все полотенца были израсходованы, и надо было об что-то вытереть руки, то она была чистая белая наволочка, просто вот мы как бы грязными руками вытирали руки в нее. И мокрая, и просто полугрязная. На ней осталось пятно внезапно. И где-то тут я еще увидела пятно. Короче, в общем, тот самый факт, что оно не отстирывает эти пятна. Но может, она супер экологичная и все такое. Учитывая ее цену, там, кажется, что-то 10 пластинок, 590 рублей, насколько я помню, на сайте стоит. И вот, вот пятно еще. Ты как бы берешь белье, стираешь, но оно не стирает, это аналог, как если бы ты мыльными орехами постирал. Мыльными орехами, кажется, стирала, ну, в общем, или не стирала, еще я уже не помню, или стирала что-то такое, ну, как бы, что-то, может быть, оно бережное стирает в какой-нибудь там Индии, где вот это все такое, может, из какого-то другого материала, я не знаю, но ерунда.
полнейшая. Вот. А сейчас я буду в перчатках, потому что у меня уже довольно давно руки с водой соприкасаются. Это не очень хорошо. Так, вот наша паста. Нет, она открывается. Очищающая паста. Прощай, ногти называется, пока ее откроешь. Не, конечно, это хорошо, наверное, что она так туго закрыта. Попробую без перчаток ее сначала открыть. Выкручу пока. Я это сделала, как-то она сильно ароматизирована для натурального состава. Я не знаю, может быть, то средство, которое туда добавлено, так такое ароматное. Вот оно у нас тут на пальце. Я что-то подумала, что там песочек будет совсем такой, порошочком посыпал, налил водички и оставил на какое-нибудь время. Вообще, как бы она не написана, что она вот это вот отмывает, но вроде как заявлено как универсальная, при том чисто эксперимент, отмоет или нет. Я помню, что я чем-то когда-то отмывала подобную штуку. Причем какой-то типа, скажем так, химией, Золушкой, что ли, или нет. Был какой-то мягкий крем, покупала его давно в Светофоре, а потом что-то вот он пропал. Мне не принципиально, чтобы она была чистая, но раз уж у меня тут косметика отечественного производства, экологичная и при этом на затест, может, теплой водички подлить. То почему бы не попробовать попытаться отмыть суперсредствами? Знаете, вообще, оно это... Если у вас визуальная вкусовая... Если вы уставшие и мажетесь каким-нибудь кремом и чувствуете этот крем на себе, то эта паста вам не подойдет. Если вы просто чутки на зайкие запахи, вот у меня сейчас и то, и другое состояние, то тоже, может, это еще потому, что жарко. Ну, фиг знает. Ну, короче, мне в нос пахнуло каким-то ароматом от этой пасты. Сейчас я мою, и я ощущаю эту пасту, мне не очень от нее. Очень, короче... термоядерная отдушка. Но она вроде как немножко подменьше стала это. Видимо, за несколько применений раз можно это все-таки подотмыть с помощью волшебной губочки и этой пасты. Но чудо, увы, не случилось. Вы уж меня простите, производители этого счастья, но как-то меня пока что разочаровали пластины для стирки. Мне почему-то кажется, от мыльных орехов было бы больше толку, хотя у меня есть мыльные орехи, в принципе, я их как-то когда-то покупала. И немного разочаровал чисто по запаху этот натуральный порошок. Губочка, конечно, крутая. Она какие-то загрязнения действительно удаляет на ура в холодной воде. Отмыла мне шикарно эту мою раковину, а скользкую керамику, которую мало что берет. Но вот
кастрюлькой как-то она не совладает. Ладно, не будем мучить кастрюльку. Я ее сейчас просто качу. Сейчас я еще что-нибудь протыщу ту ванну, потому что у меня как раз достиралась, и можно уже там спокойно ее помыть. Всю ванну я сейчас намывать не буду, потому что вообще очень жарко. Я уже как-то подустала, но сейчас мы попробуем с помощью этой штуки ее отмыть. Частично хотя бы. Хоть она тут уже и мокренькая, но все же мы ее немного смочим. Как советует производитель. Чем нанести, он, правда, не говорит, поэтому я прям пальцем. Вот на этот кусок. И пошли. Ну, в принципе, отмывает эту ржавчину-то. Тут, наверное, я что-то загораживаю. Но я сейчас отползу, и ты увидишь, зритель. Можно залить все белизной, а можно попробовать помыть этой штукой. Видишь? Сейчас окатим. Какую-то особую грязь можно было отмыть и самой губочкой. Но, если честно, она белее не становится. Чисто вот такая. То, что осталось у меня тогда от горячей воды, которая текла ржавой водой. Формат тряпочки не совсем удобен, потому что она иногда скатывается. Что-то действительно стирается. Впервые записываю, как я тут, блин, убираюсь, наклонившись. Три погибели. Уф. Думаю, в плане уборки это сегодня последний эксперимент, потому что от жары мне становится совсем хреново. Ну а скользкую керамику, он, эта тряпочка сама по себе реально очень хорошо чистила. Но у меня конкретная такая проблема была с отмытием от скользкой керамики. Можно сказать, стало почище. Что, зритель, мой затест продолжается. Благодаря вот этому счастью я выяснила, что у меня аллергия на лимонен.
Вот он в составе. Тот самый какой-то слегка как бы химически отдаленный лимонный аромат, который есть, вот, допустим, в вазелите, еще в каких-то более дорогих средствах для кухни. Ну, в принципе, это тоже, можно сказать, дорогой, потому что тут 200 грамм, и оно хоть мне и досталось бесплатно на обзор, но, по-моему, оно что-то там 200 с чем-то, 300, не, сколько-то там стоит. Ну, ссылка будет в инфобоксе, соответственно, на все эти чистящие средства и все, что есть в обзоре, в тестовом. Чем оно мне обернулось, вот у меня заложило уши, я сначала думала, это из-за того, что я вчера у вентилятора посидела, но у меня вчера случился конъюнктивит, и он до утра у меня был этот конъюнктивит, и дыхательные пути у меня были не в порядке от этого запаха, в общем, было мне очень, очень нехорошо, болела голова, если у тебя тоже вот аллергические реакции какие-то есть, то я не советую тебе эту штуку, а если спокойно с этим, то пожалуйста. Но, честно хочу сказать, ну, как ты уже видел, оно не супер такое крутое, как о нем говорят. Вот эта вот зубная паста, сейчас я чистила зубы. Если ты будешь ее брать деткам, то сначала попробуй сам, потому что, во-первых, очень жесткая. Она очень легкая, гелеобразная. Во-вторых, смотри, вот я специально надавила так, чтобы понять, сколько ее количества в этом флакончике. Потому что у нас производитель говорит, что тут как бы 50 грамм, по идее. Да, вот 50 миллилитров точнее. Но где эти 50 миллилитров помещаются, не знаю. Она была зафольгирована, я открыла. Она очень, скажем так, не безобъемная совершенно. Вчера я вот еще туалет отмыла этой вонючкой мистик зеленой. Сейчас я откручу крышечку. И я выдавила на зубную щетку, вроде как показалось, ну как бы обычное количество, я привыкла к экономичным зубным пастам, и мне горошинки хватало. Но очень больно зубам, ощущение, будто ты щеткой по пустым зубам елозишь, она вообще никакая. Я выдавила еще. Я ее совсем не ощущаю, вот она такая, вроде кажется, желеобразная, такая гелевообразная. Приятная, конечно, по вкусу, но она, во-первых, никакую пену не дает. Никакого, ну, может, это хорошо, что она пену не дает, но от того, что она никакую пену не дает, и она кажется пустой совершенно, очень больно зубам, когда ты чистишь ее. Даже вот без особого какого-то там нажатия, просто легко водить щеткой по зубам, и очень больно зубам. А это у меня, как бы я взрослый человек, хоть у меня и молочные зубы. В общем, как бы ее прополоскал рот и все ее смыло. Ощущение какой-то супер чистоты я не наблюдаю, потому что обычно у меня зубы как-то чистятся и с той, и с другой стороны, ощущаю себя чистым, чистыми зубами. Но не знаю, как показать то, блин. Короче говоря, ну если ты ролики какие-то мои видел, то ты в курсе, что у меня такие слегка сказочные зубы, молочные на большую часть. Короче говоря, я не ощущаю их чистыми. Я, если хочешь своих деток побаловать и хочется что-то новое, то да, вот еще ее можно типа не можно проглотить и ничего не будет плохого. Состав очень такой большой. Для экопасты он какой-то, ну, учитывая, что тут первым идет, ну, как-то сорбитол, а потом уже вода и прочее, прочее, прочее. И экстракты где-то посередине. В общем, я как-то, я с опаской бы такое, если бы у меня, если бы я вдруг решила своим племянникам купить вот это вот, я бы с опаской вот это, я бы сначала на себе протестировала, тут вот от плюс 3 лет. Так что ты сначала сам попробуй, а потом уже, если ты поймешь, что вот это нормальное, давай это детям. Я хотела ее взять на уход сентября, но я думаю, она такая вот очень неэкономичная и во флакончик большой, а ее тут 50 миллилитров, как-то ее тут в половину меньше. Я думаю, она у меня до конца августа уделает, сегодня у нас 25-е. Кстати, мыло, оно хорошее, очень хорошо мылится, но у него очень большой минус. Оно быстро размокает. Для мыла ручной работы, ну, как-то, ну, не то.
И у него очень сильный аромат. Мне кажется, вот все-таки эфирные масла и натуральные аромат, ну, натуральные там какие-то экстракты, они так ярко не пахнут. Мне кажется, тут... ну, в составе, конечно, я в самом конце увидела предпоследнее увидела отдушку. Ну, в общем, как бы в мылах ручной работы, я считаю, не должна быть отдушка, а эфирные масла должна быть. И должны быть или натуральные масла, что-то такое. Пока что я вот от этих двух средств, уже трех средств, не в восторге. И тряпочка, может быть, мне попался такой экземпляр. Потому что, скажем так, менеджер, которая мне прислала это на обзор, она очень удивилась такому. Я сама-то удивилась, а когда вчера ее мыла, учитывая, что она вроде как 2 года должна служить. Но на ней вот оказались дырочка. Вот, а дырочка. Я вчера ее аккуратненько мыльцем мыла. Промывала, чтобы вот так смыть грязь и заново там что-то помыть. А на ней оказалась дырочка. Прорвалась она. Может, мне такой некачественный экземпляр попался. Ну, знаете, в каждой... Везде может случиться как бы такой баг, ошибка. Бракованный материал, ну, везде в любом производстве может случиться брак. Вот мне попался, видимо, именно мне попался вот такой брак. Возможно, как бы, наверное, это идентично. Вот тут две даже дырочки уже. Но салфетка действительно достойная. Я и отмыла вот свою раковину, как ты видел, в ванной. И, в принципе, ну, как бы неплохая, хорошая штука. Может быть, я бы даже себе такую потом еще купила, но вот она произвела на меня внезапно такое впечатление, что она раз и порвалась, даже суток не прошло. И вот эта вот зеленая штука тоже, в общем, пока что 4, ну, можно сказать, 3,5, потому что даже 3, вот это все-таки она хорошая, просто порвалась. Просто это заводской брак случился, но 3 вещи меня пока что не впечатлили. Ну, можно сказать, 2,5 вещи, потому что мыло хорошее, но мне не нравится, когда мыло размокает, неудобно брать, оно вот сразу в ногти впиявливается, вот так вот как-то. Ну, как, понимаешь, как мыло размокшее выглядит. Вот. Продолжаем наш этот обзор того, что я тут буду тестировать. Это будет, видимо, не 2 дня, может, дольше. По прошествии времени я поняла, что, в принципе, это неплохая зубная паста, хотя состав у нее, конечно, оставляет желать лучшего. И то, что она по объему меньше, чем сам тюбик, ну, в смысле, неполная заполняемость, делает проблему, потому что я буквально позавчера выдавливала ее на щетку. И у меня мимо так вот, знаешь, когда вот полупустой тюбик, и там вот выплевывается, вот у меня так и выплюнулось. Мыло. С первую половину времени оно очень сильно воняло отдушкой, размекало, да, вот это оно, то фиолетовое, темно-фиолетовое, короче, то виноградное мыло. Оно очень размекало, когда я уехала ненадолго в деревню, оно очень высохло, и, в общем, оно высыхает, рассыхается, размекает, очень сильно воняет первое время, вот прям везде этот аромат чувствуется. Если ты какими-то духами хочешь попользоваться, то у тебя будет проблема, потому что запах этого мыла, он, конечно, приятный, но потом он становится очень навязчивым. А потом, когда оно подвысохнет, аромат, видимо, весь выветрится, это искусственная отдушка натурального-то мыла, не эфирное масло, а просто отдушка. И оно уже перестает вообще как-либо пахнуть. Но из плюсов у него очень хорошая пена, и вот хорошо его использовать не только как просто для рук, но и чтобы помыться. Ванна до сих пор такая вот, ну, как бы белая. Она старая сама по себе, и на ней довольно быстро на всякие налеты образуются, особенно если я какими-нибудь отварами трав пользуюсь. Но пока вот я отварами трав не пользовалась, но состояние чистоты более-менее долго держится относительно чего-то другого. Это относительно того зеленого мистика, который отдала подруге, и она от него, кстати, в восторге. Зеркало, я это еще не протирала тряпочкой, но, кстати, можем попробовать. Заодно и увидишь, как она работает. Ну, значит, тряпочка, складываешь ее таким как бы... Ну, вообще квадратиком, но у меня ромбиком. Не очень удобно, конечно, одной рукой это делать. Зеркало съезжает. И надо это проводить вот так, но оно ездит туда-сюда, ты видишь, да? Ей очень хорошо протирать очки.
Как бы еще советуется, что ее перевернуть, ну, разложить и свернуть, перевернуть другой стороной. Чтобы вытереть все эти развода. Это, конечно, не настоящее зеркало, это, ну, как бы, что-то ближе к пластику, искусственному. И то место, где было действительно грязно, я тестировала без камеры, так вот получилось. Ну, смотри, вот оно оставляет как бы мокрые следы, и они постепенно высыхают. Есть, конечно, какие-то, вот, ну, реально развода такие, что вот чувств видишь их. Но если оно подсохнет и не присматривается, по большей части зеркало остается чистым. Короче, относительно стекол, оно мне очень понравилось. Вот стекла, которые я мыла, балконные, та часть застекленного балкона. Хорошая тряпочка. Так что, в принципе, вот смочил водой. Вся грязь тут на нем остается, на этой. Видишь, тут какие-то пятнышки. Вся грязь остается на ней. Ты потом ее с мыльцем хозяйственным, детским, простернул. В принципе, я даже вот с этим простировала. Высушил, просто повесил куда-нибудь, как полотенечко. И можешь снова пользовать ее. Салфетка косметическая, коробочка от нее. Смочил водой, отжал. И стер помаду. Все. А после помоешь ее с мылом хозяйственным, можешь с детским. И ручками. Выжмешь, высушишь естественным путем. Не на батарее, просто вот. Можно повесить на какой-нибудь крючочек. Оно повисит и высохнет. И можешь снова юзать. Это у нас, если ты забыл, Аквамагик Гринвей. Вот этот Дези, кстати, действительно очень хороший зритель. Ну, на жару он, конечно, вообще тебя не спасет, но вот так очень даже крутая штука. Ну, так как я это я, то мне хочется такую самой сделать. Но если ты ищешь какой-то натуральный хороший Дези, то вот ткнись по ссылке в инфобокс и приобрети себе такой. Никогда такую штуку не пробовала. Вот она. Так как никакой информации конкретной по составу нет, то ничего сказать не могу. Ой, кошка меня царапает. Помимо того, что... Хулиганка, кошка. Помимо того, что там сухое молоко. Шейкера у меня тоже нет. У меня есть венчик для взбивания молока. Я думаю, что его можно использовать. Я сейчас залью водой. Сначала перемешаю. А потом повзбиваю. Вода комнатной температуры. Тоже комнатная температура может быть разная. Как я узнала, когда делала... тесто на дрожжах надо где-то около 40 градусов, ну 35 эту температуру. У меня, скорее всего, вода градусов 20-18. Тяжело мешается, получаются комочки. Я вот думаю сейчас немного добавить, совсем чуть-чуть. У меня тут, ну, как бы теплая вода. Все равно остаются комочки, пахнет как бы вкусно. Венчиком я не взбивала, потому что вот хоть тут и не 200 миллилитров, а больше, но очень много порошка. Честно, первый раз такую штуку делаю. И вот, учитывая, что не показан, какой состав, вот это мне не нравится. Как можно, какая именно конкретная температура, мне это тоже не нравится. Я не люблю неточность. И то, что это нельзя делать иначе, как только в шейкере, это тоже конкретная проблема. Потому что вот что у нас пока вышло. У меня там еще один есть. Я его попробую в следующий раз. Может, в стационарном блендере взбить просто, как вода-порошок. Ну, пахнет вкусно. Сейчас попробую на вкус. Может, и на вкус все-таки ничего. Тут кошка лазает любопытная. На вкус ничего. Единственное, что вот оно до конца не замешалось, чувствуются эти комочки. И я бы, может, даже с теплой водичкой бы это смешала. Не с холодной. Ну, в общем, я не знаю как. Наверное, для любителей вот этих вот штук это, наверное, находка будет. Что-то я не поняла эту штуку. Никогда не пила, и тут попробовала, и
Не догоняю я этого. Может, надо было в интернете посмотреть. Но вот так вот внезапно получив и решив протестировать как-то. Ну что, зритель, последний за тест. Вот такая вот штука, порошок. Смотри, какая жуткая кастрюля. Чем я ее только не пыталась отмывать, но этот порошок вроде как обещает творить чудо. Крышечка, которую хрен откроешь. Даже если очень постараться. Хоть тут и есть за что прихватиться, но бедные мои пальцы. Помучившись минут 5, я ее таки открыла. Смотри, порошочек. Говорят, надо засыпать сюда порошочка и залить горячей водичкой. У меня как раз почти скипел чайник. Ну, в смысле, он согрелся, но не докипел еще. Так как тут такие супер крутые пятна, я думаю, нужно 2 столовых ложки положить. Залить горячей водой. И оставить это на 15 минут. А можно даже на полчаса. Ну, в общем, через полчаса включусь. Не мог пройти мимо. Если бы знала, что такая пенища будет, то наливала бы чуть поменьше. Перчик надо убрать. А то все мы помним мистик зелененький, на который... На один из компонентов у меня случилась аллергия. Перчик, я тебе в морозилку потом засуну. Наверное, шумит, шипит. На этот порошок мы закроем. Закрывается оно легко, вот как открывать, так бедные ваши пальчики. Что у нас в итоге вышло? Небывалое прям счастье, зритель. Короче, смотри. Она практически чистая, только вот то, что у меня тогда когда-то пригорело, там ну немножко еще осталось. На полчаса держалось. Ну, как бы не супер чистая, но все же отмылась. Вот такая вот хрень. Думаю, сейчас может еще тряпочкой вон той протереть. А потом окатить, как по инструкции написано, много-много раз окатить. Сейчас окачу много-много раз и покажу тебе, что вышло. Ну вот, зритель, смотри, практически идеально чистая кастрюля. Вот что-то там, конечно, осталось, вот на камеру вижу. Хотя, когда омывала, казалось, что оно чистилось. Ну, ты помнишь, какая она была и какая она стала. В принципе, нормально такая штука. Сейчас я тебе снова покажу эту хрень. Фиговину. Оранжевый мистик. Порошок. Очищающий порошок. Вот. Также, если захочешь такую штуку приобрести, то ссылка в инфобоксе. Он, в отличие от зеленого мистика, у меня никаких неприятных ощущений, в принципе, не вызвал. Что ж, подведем итог моего использования продуктов от Greenway. Косметика, не сказать, что мне супер вся понравилась. Есть что-то, ну, совсем не подошло. Это шампунь и бальзам. Волосы, конечно, супер пышные. Целый день ходишь такими супер пышными волосами к вечеру. Они никакие. Утром встаешь, будто голову вообще не мыл. Мне кажется, что если шампунь, тем более бальзам к нему, а этот шампунь без бальзама вообще нереально использовать, потому что волосы очень скрипят. Чувствуется, что они настолько высушены этим шампунем, что хочется вот прям руки тянутся к какому-нибудь бальзаму. Если оно заявлено для жирных волос, то оно хотя бы, ну хотя бы пару суток должны волосы держаться как бы чистыми. Мыло, как ты уже понял, наверное, оно размокает. Оно сначала очень сильно пахнет, а потом оно уже никак не пахнет. И то, что оно очень размокает, это вот самый большой минус. Потом зубная паста очень сильно на любителя. Потом, что у меня там еще было? Чаи самые обычные. Лапландия мне вообще не понравилась.
Я их не обозревала на камеру, но я их записывала в шорты. Если тебе интересно, вот в этом плейлисте Greenway, ты можешь эти шорты посмотреть. У меня очень был сбой конкретно в пищеварении после одного и другого коктейля в разное время выпитых. Вот что мне действительно понравилось и что я могу вам посоветовать приобретению в компании Greenway. Это салфетка для стекла, салфетка для мытья посуды, салфетка косметическая, мистик, порошок и дезик для тела. Спасибо, Greenway, за то, что предоставили косметику на обзоры, за тесты и все остальное тоже, все свои продукты, которые были у меня вот в распаковке. Спасибо вам за просмотр. Всем пока!